Всем привет! В вашем доме завелись блохи, и вы не знаете, как с ними справиться, тогда обязательно посмотрите мой ролик до конца. Из него вы узнаете, какие промышленные химические вещества помогут избавиться от этой проблемы в самые короткие сроки. Достаточно много людей думает, что блохи в квартире помогут завестись, только если в ней живут домашние питомцы. Конечно, чаще всего именно они являются причиной появления этой проблемы, но с таким же успехом вы можете принести эту букашку в дом с уличной грязью или попросту попадет к вам с подвала или лестничной площадки. Блохи предпочитают селиться по всей площади жилья на высоте не более 1 метра. Самыми предпочтительными местами для насекомых являются ковер, палас, кровать, щели, мягкие игрушки, плинтуса, места обитания домашних питомцев. Мебель, кухонная мойка. Знание того, что блохи способны заползти в самые укромные места вашего дома, даст вам возможность бороться с ними более эффективно. Не забывайте также, что время не на вашей стороне, поскольку блохи быстро размножаются, поэтому чем раньше вы обнаружите их и начнете бороться, тем больше вероятности получить желаемый результат без помощи профессионалов. Я считаю, что Бутокс является одним из самых лучших препаратов, который зарекомендовал себе большим количеством отзывов людей как лучше. Есть аналоги неплохие, это неоцидал, себоцил, эктосан. Ну, Бутокс, я еще раз повторяю, он задачи свои справляется лучше всех. Берем одну ампулу препарата, это 1 мл, смешиваем 4 литрами воды. Для вас я советую прежде всего ознакомиться более подробно с инструкцией Бутокса и соблюдайте прежде всего технику безопасности. После обработки помещения я проветриваю несколько часов, минимум 2 часа, открываю окна, дверь, а повторную обработку провожу через 10 дней. В общем, в качестве примера я хочу показать, как я обрабатываю помещение. Надеваем перчатки, респиратор. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.